Внимательное и ответственное отношение к своему здоровью может гарантировать безопасность как для себя, так и для своих близких. Поэтому очень важно вакцинироваться от сезонных заболеваний, таких как пневмония. В этом году используется вакцина Превинар-13. Она содержит 13 капсульных полисахаридов, наиболее часто встречающихся серотипов пневмокока. Данная вакцина, как отмечает врач, намного эффективнее прошлогодней. В университетской клинике Казанского университета уже привили 13 человек. В группе риска развития пневмококковой инфекции находятся лица, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, лица, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица с иммунодефицитными состояниями и больные с сахарным диабетом. Вакцина предназначена для прикрепленного населения, относящейся к группе риска и призывникам. Данную вакцину не стоит делать, если у вас развиваются острые инфекционные заболевания, если у вас обострение хронических заболеваний. В данном случае мы рекомендуем дождаться выздоровления либо ремиссии хронических заболеваний. Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Дарья Ледащева, Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.